Меня приглашали год назад. Но я тогда сказала, вашей компании без другой недели, что вы можете мне предложить. Там у меня 50 лет, 50. И вот так я как-то закрылась от них и вообще не слышала, не видела и даже не заглядывала. Ну, я сижу в Инстаграме, и у меня в ленте появляется прямой эфир с Инжем. Я такая туда захожу, и она как раз рассказывает, что она тоже была в Oriflame, и что за год она добилась таких колоссальных результатов. Думаю, почему я эту компанию не рассматриваю? Давай рассматривать эту компанию. Изучила маркетинг-план, и я поняла, что я просто в Oriflame сижу, трачу свое время. Теряю свое время. Потом я выхожу в PNG. А, кроме PNG, я, конечно, всех топ-лидеров прошла, все получила информацию, но ближе ко мне была PNG. Она открытая, она была, ну вот какая есть, да, не так, что там завуалированная или какая-то неестественная, она такая, какая есть. Вот именно вот это, наверное, меня и притянуло, потом я PNG написала. Я ее, конечно, 3 дня учила, но потом мне уже перестала отвечать. Ну, отвечай так через некоторое время, потом я ей пишу. Если возьмешь меня себе в первую линию, то я к тебе пойду. Конечно. И вот пришла я в компанию BSA. Пришла я, конечно, только из-за маркетинг-плана. В то время я даже не знала, что за продукция, что такое натуральное. Для меня лично до прихода в компанию BSA не было особого такого... Я не разбиралась, что такое натуральное, органическое. Ну, пенится же он, пенится, стирает порошок, стирает почву, от него еще требует. И когда именно я пришла в компанию BSC, я поняла, что есть продукты опасные, безопасные. То, что мы с вами пользуемся ежедневно, да, даже зубная паста, тоже шампунь, тоже гель для душа, он может быть, наносить себе вред и просто делать свои функциональные обязанности. Это я увидела только в компании BSC. Но изначально я пришла на маркетинг-план. Пришла за 2 месяца, открыла вице-директора, хотя я пришла с амбициями, что я там за пару недель открою его. Не получилось. За 2 месяца открыла вице-директора. И в моей команде через 4 месяца выросли еще 2 директора. И сразу 2. Это было вот октябрь. И очень классно то, что я когда я пришла в Oriflame, я в чатах увидела, что одна девушка отправляет скрипт, ну, поздравление, там, закрытие каталога и так далее. И она отправляет фотографию с мамой, она стоит и говорит, мой первый директор — это моя мама. Я тогда подумала, блин, я тоже хочу так, чтобы у меня мой первый директор был моя мама. И вот мечты сбываются. Это к тому, что нужно обязательно писать свои мечты про бизнес, да, вот Кинджи рассказывала. И моя первая мама. Мама наша. Наша общая мама теперь. И второй директор — это девушка, она у меня с Украины. Несмотря на то, что сейчас политически за этим проблем, да, у нас же мы получаем все продукцию из России. Официально MLM, она развивается именно с из России, да? То есть, несмотря на то, что компания французская, несмотря на то, что у нас есть завод во Франции и в Германии, но мы оттуда поставки не можем делать, как MLM, потому что она зарегистрирована именно в России. И поставки идут через Россию. Из-за вот этих проблем очень много проблем было с доставкой. У них нет бюро, она переплачивала за доставку, курьерами договаривается, все это. Но несмотря на это, она у меня тоже в октябре месяце открывает станцию. Круто! Да, девочки, круто! Она умудряется не только сама получить продукцию, да, сидя в Украине, она еще умудряется перенаправлять продукцию в Германию. В Германии тоже у нас, это Евросоюз, ну там тоже свои нюансы, да. Но у меня, я вот очень ей восхищаюсь, то что она, несмотря на все эти трудности, да, она сама получает, она в Германию отправляет. И это к тому, что
надо ли стать человеком? От того, чего вы хотите. Если вы поставили цель, вам без разницы, какие у вас будут там преграды. Доставка, логистика, третья, десятая, цена, там, муж, ребенок и так далее. Это не важно будет. Главное, поставьте перед собой цель. Если вы поставили цель, вы обязательно добьетесь. Только нужно, конечно, действовать. Поэтому всем желаю обязательно достичь своих целей. Парусник успеха компании DFC. Вы знаете, они шикарные, да, все парусники. Достигайте всех званий, верьте в себя, верьте в компанию. Вот сейчас уже говорят, да, молодая компания, несмотря на то, что компании всего 6 лет, я вот даже в чатку скидывала, да, по рейтингу мы обошли гигантов. Мы обошли гигантов и сейчас на 5-м месте. На 5-м месте среди всех сетевых компаний. Это говорит о том, что за короткое время, если компания DFC выходит на такой уровень, то через пару лет мы обязательно будем в топах. И все, кто сейчас работает, развивается, вы развиваете свой бизнес, который вам будет приносить колоссальный доход. Всем удачи! Спасибо, дорогая!